23 мая свое 60-летие отметил заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР, олимпийский чемпион 21-х летних Олимпийских игр в Монреале, почетный гражданин Курска Валерий Чеплыгин. Он и сегодня не расстается с велосипедом. На нем объездил всю Европу, завоевал медали самого разного достоинства. Сейчас Валерий Чеплыгин трудится на ниве науки. Он доцент кафедры физвоспитания Юго-Западного университета. Были такие моменты, когда в седло велосипед не хотел садиться. Думаю, ну все, брошу, больше не сяду. Потому что действительно, спорт, нагрузки очень большие. Здесь надо правильно сочетать и нагрузки, и отдых. Ну, а смена деятельности – это уже хороший отдых. Казалось бы, вот с велосипеда заняться можно другой физической какой-нибудь нагрузкой. Даже можно и спортивной. Там где-то плавание, где-то на природе, где-то рыбалка. Но так как древние греки говорили, время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет. Секретом своего здоровья и долголетия считает отсутствие вредных привычек, умение отдыхать и желание трудиться.